забавный гоблинка, который решил добежать до куда-то там и побежал. Помогаем ему обрулить препятствия, управляя на девочках. Собрать как можно больше всяких кристаллов и магнит. И красный трёхмерный график. И неплохая анимация. Как мы видим здесь, требуется очень ловкое владение клавиатуры. Так, кстати, можно прыгать, я не использую прыжок, а это очень удобно. Также можно кувыркаться, нажав на стрелочку вниз. В общем, игра очень интересная, порадует, я думаю, многих. В том числе и любителей фэнтези, ибо игра про гоблины. А это, как вы знаете, персонаж фэнтезийный.